Из Евангелия мы знаем, что Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Известно ли о том, чем жил, чем занимался Христос до того времени, кроме того, что он был в послушании у Иосифа и Марии? Нет, неизвестно. Кроме одного эпизода. 12 лет. Да, 12 лет, когда он остался в храме в Иерусалиме. Но есть апокрифы, которые там описывают этот период. Ну, апокрифы – это уже поздние писания. Поэтому они не имеют такой достоверности, как Евангелие. Церковь их отвергла как недостоверно. Потому что они искажают образ Христа. Поэтому мы очень так с осторожностью должны к этому относиться. Знаем, что сын плотника и, наверное, плотничал с отцом. Наверняка.